Реконструкция по второму кругу. Отремонтированную 3 месяца назад Большую Покровскую начали ремонтировать снова. Простите за тавтологию, но по-другому и не скажешь. Тотальная реконструкция главной пешеходной улицы города началась в прошлом году. Разработан был масштабный проект, в соответствии с которым облик Покровской изменится кардинально. Начались работы с укладки пешеходной зоны. Улицу выложили гранитной плиткой, но она не пролежала и месяца. Вздыбилась, потрескалась, местами отвалилась. И вот настало время для повторного ремонта. Тот же подрядчик ремонтирует тот же участок, но на этот раз за свой счет. Работы по гарантии ведутся. Плиты, которые просели, которые треснули, мы их меняем. Вот видите, мы ее вынимаем, старый монтажный слой тоже выбиваем и выкладываем новую плиту. Мы привыкли к такой ситуации. У нас все делается по 33 раза на одном и том же месте. Ну, так это не только на Покровке, это везде. Живу рядом с улицей Агрономической. Вот осенью там сделали ямочный ремонт, все, опять все развалилось, как обычно. Ничто не идеально. Всегда есть место исправления недочетом. И по совести работали. Если у людей есть совесть, они делают с первого раза все хорошо. А если нет, то все башни, чтобы деньги собрать, вот они делают. А теперь будут бесплатно делать. Ну вот. Да, это по гарантии. Вот не обидно одну и ту же работу по второму кругу выполнять? Обидно, потому что улица рассчитана на транспорт, максимальная нагрузка 8 тонн. Даже вот по проекту вот эта плита может нести нагрузку не более 8 тонн. Эта улица по концепции пешеходная, да. А ее используют сами. Вот пешеходную улицу превратили в магистраль. Из этого и вот, вот эти плитки потрескались. Это же не люди могли ее сломать, только КамАЗы. Ну вот как мы могли такую плиту положить сломанную, вот согласитесь. Вот смотрите, что мы наблюдаем. Вот на этом месте, где мы сейчас с вами разговариваем. Сейчас я увеличу. Вот видите, и номера вот можете записать. Вот КамАЗ, сколько он весит. Потом дальше смотрим. Вот видите, вот это службы, которые убирали здесь снег. Они вот с такой техникой, эта техника что, весит 8 тонн, она целых 15 весит. Чтобы убедиться, вот смотрите, вдоль здания тротуар вообще целый. Он вообще, ни одна плита не треснутая, не провалена. Потому что вдоль зданий транспорту не проехать. А вот центр, именно центр, они все по центру ехали. Больше за свой счет мы, я думаю, переделать не будем. А, они обещали, департамент обещал, что улицу перекроют и движения здесь не будет. То есть все будет в сохранности. Если улица пешеходная, она должна быть пешеходной. Кстати, срок завершения гарантийных работ 31 мая.